Победители Евровидения группа Maneskin прилетели в Москву. Как истинные туристы, итальянцы сначала озолотили сувенирные лавки на Красной площади, а потом как следует проводили последний день лета. В разгар закрытой вечеринки в ГУМе группа ворвалась на сцену со своими хитами. Солист Дамиана в образе школьницы был очень кстати. Место и время мероприятия были строго засекречены, поэтому концерт смогли увидеть только избранные. Танцевали все, но то и дело поглядывая на яркие образы иностранцев. Но еще момент для лица. Должно быть лицо. Чтобы накрасить глаза, все-таки Бог должен дать лицо. Поэтому, соответственно, это было всегда. Я периодически это делаю для вечеринок. Это выглядит очень круто. Это вызывает резонанс у российской аудитории. Современные женщины тоже не против. Я вижу своего мужа перед концертами, крашу. Потом у нас сейчас цель ему найти какую-то юбку. Ведь в моду вошли мужские юбки. А для Йовы накрашенный мужчина – это прям то, что заводит. Сказала маме, что никогда в жизни за него не выйду замуж, потому что за ним бегали толпой девочки, не приезжали просто из других городов. Вот. Кого отпугивал когда-нибудь макияж? Главное, на ком он? Но нашлись и те, кто категорически против такого и топят за брутальность. Для меня есть облик мужика, ну, то, что я представляю себя в голове, и я не хочу это нарушать. Ворвалась по четкому дресс-коду и ставшая заметно счастливее после свадьбы Ирина Горбачева. Новый статус актрисы явно к лицу, и она этого совсем не отрицает. Вот, девки, вот, да. Пока на сцене бесновались итальянцы, на танцполе была своя вечеринка. Эпатажная Секси Маруф и далекий от глэм-рока Дима Красилов устроили танцевальный баттл, недалеко отходя от Maneskin. Кстати, по секрету, в этот вечер группа отказалась от интервью, чтобы на следующий день полностью посвятить себя кому? Не поверите, Ольге Бузовой! Но это еще одна задумка организаторов «Звездного привоза», о которой истинные фанаты узнают чуть позже.